году свою родную деревню и были в шоке от увиденного. Потому что кругом пепелище, прямо сердце сжалось. Увидели кипу сена, увидели факелы. А факелы из чего сделаны были? Факелы сделаны из мешковины и из деревянных сучьев. То есть получается, вот здесь вот как бы сколько всего домов? Насчитали, сказали, что где-то 11 строений примерно получается, да? Жилых домов где-то 6, и значит 5 еще бань. А вот еще осталось на одном домов, скажем так, такая белая простыня натянута. Вы как вы думаете, для чего она? Это вот тогда же она появилась? В да, то время? Да, конечно, вот как раз в это время появилась эта простыня для того, чтобы, корица, там эти смотреть, корица, свои фотографии, своих бесчинств, поджогов. Это такая боль, когда я, значит, в интернете увидела, как он хвастается своими подвигами, в кавычках, я не могла спать всю ночь. Да, я родом отсюда вот здесь, родина моя. А вот скажите, когда, как это все произошло, по-вашему, как считаете? Я так думаю, что чего, подожгли специально, больше-то как. В 16-м году, я говорю, мы каждый год приезжаем сюда, так вот, и так и получилось. Здесь было пепелище целое, все так, в квадратике, где дом был, там и все видно. Так вот, вот здесь вот, наверное, вот, давайте вот сюда, вот оно пепелище, вот все, что вот здесь все стало, вот, вон дома, вот оно. То есть все так и сгорело, получается? Вот, все сгорело, вот печка, вон, это виски, вот тоже все, вот самое, что ни на есть, вот пепелище, вот печка была. Все упало, все сгнило. Печка была. Че, на 2 года уже прошло, да? Я говорю, такая. Что вот это. Тут дом. И говорят, почему-то жгли хорошие дома, плохие остались почему-то. Да, да. Вот вон те. Я говорю, что вы вот те-то развалины, вон, не сожгли. Я говорю, сожгли, в которые под крышей все нормальные дома, можно сказать. То есть люди здесь как бы останавливались, жили некоторые, да? Да. Так и родственники вот были же, племянники живы до сих пор, вот именно вот этого дома. Они приезжают, вот в нашем доме живут, останавливаются.